Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Magazin Holy Play, первый сервер. Мы у них здесь Кирилл Путбулови, и как вы поняли по названию ролика, мне вернули деньги. Да, просто наконец-то, блин, как я доволен, вы просто себе не представляете. Помимо того, что я поднялся в казино, как вы помните, в предыдущей серии, я потом еще пошел в казино. И сейчас у меня, блядь, просто, блин, мне столько суммы, такой суммы не было очень давно. Где-то, ну, 4 месяца не было такой суммы большой. Потому что, как вы знаете, мой аккаунт, основной аккаунт, Кирилл Путбулови, деактивировали. У меня, пацаны, 12 лямов. 12 лямов, блин. Как давно у меня не было такой суммы, просто вы не представляете, как я рад. Я просто, блин, пиздец как рад. У меня радости, не знаю, блин, ну пиздец сколько просто. Мне восстановили, короче, деньги. Слава богу. У меня теперь 12 миллионов, пацаны. Просто, блин, огромное спасибо руководителю. Просто огромное спасибо ему. Он мне там ответил наконец-то. В принципе, хотя, может, он занят был, я не знаю. Но мне ответили, он мне ответил, что в ближайшее время мы вам восстановим деньги. Это он написал вчера в 18.00. Ну, 18, не 18.00, 18.15 где-то, я не помню точно. И, короче, вот я зашел утром. Сейчас у нас почти 11 часов. В принципе, по МСК. Так, давайте канистру возьмем. Я слышу, что канистрами дешевле заправляются. Но я не уверен. Сейчас попробуем. Первый раз так заправляю, кстати. Сейчас посмотрим, дешевле все-таки канистрами заправляться или нет. Но все равно, пацаны, я не буду эти деньги так транжирить. В принципе, я буду лучше копить. И еще раз копить на какой-то бизнес. Возможно. Я все на самом деле спортзал бы купил бы какой-то. В Батырево, я знаю, спортзал продают, но за какую цену, я не знаю, по-моему, 15 миллионов. У меня таких денег, конечно же, нету. Поэтому я не знаю. Извиняюсь, пацаны, что у меня такой голос. Я чуть приболел. Поэтому как-то так. Да, блядь, конец зимы, нахуй, я приболел. Вот заебись. Что, больше не лезет на нее или что? Полный бак. А, ну пусть будет запасная канистра просто, да. Ну, играть типа дешевле, заправлять вот так вот, типа. Машинку. Ну да ладно, я не знаю. В принципе, пацаны, 12 лямов. Теперь я снова мажор. Знаете, блин, я очень хочу восстановиться, как мой ник, как мой аккаунт был Кирилл Путбуль, я хочу развить этот аккаунт так само. Понимаете? Надеюсь, у меня это получится, конечно, но я не очень уверен в этом. Но все-таки надеюсь, что у меня это получится сделать, развить этот аккаунт, как тот был. Ну, хотя тот я развивал год почти. Ну, а этот у меня сколько, 3 месяца, по-моему. Поэтому, кстати, я уже 22 уровень здесь. Ну, растем, пацаны, растем, развиваемся. Не буду я сдаваться, все-таки не буду ходить. Буду развиваться вместе с вами, в принципе. Кстати, у меня шмаленник слетел, вроде бы как. Ну, стоп. Унварен. Да, все, сняты все предупреждения. Ну, сняты предупреждения, видите? Все, вареника у меня нету. Замечательно. Можно будет пойти какую-то в организацию. Ну, блин, я бы пошел в армию, но... Блин, наверное, в какую-то ОПГ надо будет пойти. Ну, бандитскую фракцию, в принципе, какую-то пойти, потому что... Ну, не хочу я... Хотя, блин, если в лоску пойти, то побольше можно фармить. Ну, ладно. Что-то я придумаю, не знаю, решу. Потому что, как бы, и... Да, в госках скучно, но там можно бабки пофармить. Не, ну, скучно, смотря на какой фракции, в госфракции. Если там, допустим, в ДПС на каком-то хорошем ранге, то по-любому-то не будет скучно. Ну, ладно, хрен с ним. В принципе, решим.
Пишите в комментариях, куда вы хотите, чтобы я пошел, в принципе. Я тоже почитаю. Может быть, что-то выберем вместе. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте обязательно, потому что там первые новости выходят и так далее. Поэтому как-то так. Ну и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.